Так, привет, друзья. Пробую снова записаться с помощью самого компьютера, потому что вот эта вот штука у меня внезапно перестала работать. Это в основном съемки делал снаружи, направляя на экран. Посмотрим, что получится из этого. Ну вот, очередная шестая серия фильма именно по теме прививок. Последний раз, когда я это делал, у меня получилось 10 минут, а потом платите деньги. Вот. Сколько оказалось, очень солидная сумма, чтобы были не 10-минутные записи, а более объемные. А еще перед этим у меня через 3 минуты отключилось. Поэтому запись пробная, и еще я как бы с протянутой рукой. Может, соберу денег для того, чтобы я мог оплатить, и у меня не будет ограничений в записи. Вот. Я сделал 2500 фильмов с помощью брата, еще нескольких помощников. Но качество фильма в основном зависит от того, снимаю я снаружи фотоаппаратом, это хуже, или вот как сейчас. Я даже не верю, что запись идет. Ну давайте попробуем. Итак, лицо свое вижу, это уже хорошо. Написано запись, уже 2 минута идет, поехали. Значит, перед вами ранетка, это моя особая ранетка. Дело в том, что вопрос принципиальный. Казалось бы, при чем тут прививки? А прививки здесь при том, что была одна проблема, одичание этой ранетки, она была не привита. Первые годы были очень красивые крупные плоды, вот как сейчас. А обратите внимание на дату съемки. Август 21 года, то есть несколько месяцев назад всего я делал. Почему она сейчас крупная? Первое. Я где-то на 5-м году жизни ранетки, а ей на данный момент 35 лет. Вот ветеран. На тот момент я внедрил в нее несколько черенков крупноплодных яблонь. Вот, кстати, видите, тут вот одна яблочко крупное торчит, вот она. Все-таки еще что-то осталось. Дальше что было? Шли годы. Крупность ранеток поддерживалась крупностью яблок. Так называемая эффективная гибридизация, которую не признает наука. Вот, хотя в моем саду каждое дерево вегетативный гибрид, каждое привитое. И вы уже, многие из вас это знают. Как-то разошлись мы с наукой. И вот шли еще годы, и где-то примерно 2 года назад было решено уничтожить эту ранетку, но она была последняя. Да жалко, и тогда ее сделали капитальнейшую обрезку. Все ветки были обрезаны, кроме одной вот этой, которую видите, плодами. Кроме ее одной. Все было обрезано. И она выбросила побеги, которые я отрезаю в свою очередь и продаю вам, то есть черенки на прививку. Вот. Вы скажете, да что тут эта ранетка? Господи, нашли добро. Так вот, ребята, идем к худшему. Вот. Выносливость невероятная, морозостойкость невероятная, урожай ежегодный. Вот. А что плохого было в крупноплодных яблоках? А в обмане. Представьте себе рынок. Вы ходите по рынку и видите, у меня есть такие фотографии, но у меня другой принцип здесь. Я не могу за каждую фотографию сейчас найти, больше времени потеряю. А там, значит, тоже фотографии на рынке. И на них яблоки размером с дыню. Вот такие вот. Ну, естественно, это называется фотошоп, понятно. А кто же рядом, если бы я продавал ранетки, подчеркиваю, привитые, то бы было, а ничего, я бы привез полсотни саженцев на продажу и обратно увез бы полсотни саженцев на продажу. Вот. Рынок вот этих вот южных саженцев, он полностью уничтожил у нас практически сельское хозяйство и в плане выращивания собственных фруктов, яблок, абрикосов, слив, персиков, черешин, вишен, вот, и так далее. Он полностью уничтожен варягами,
Но государство на это наплевать. Кому-то ж выгодно крупными партиями завозить из-за рубежа отравленное дерьмо. Нет, они красивые, но отравленные. Так что слово дерьмо, оно как бы можно считать, раз отравленное дерьмо, может, раз красивое, то не дерьмо. Вот. И так получается, что возродить, хотя бы иметь в садах вот эти вот прекрасные ранетки, вот, их надо прививать. На что прививать? Вот, ну, здесь ранетки у меня, например, одичавшие. Лес полон сибирок. Наша тайга полна сибирок, можно выкапывать и уже на них прививать вот эти ранетки. И чтобы хотя бы они были крупные. Ну, а не крупные ранетки, что мы имеем в виду? Значит, они одичали, раз они не крупные. Как правило, никто их не прививает, семечки садят. Я знаю целый сад, он находится в этом саду. Недалеко от Саяногорска, деревни Новонесейка, по дороге на кладбище, огромный сад из ранеток сеянцевых, и он одичал сразу и навсегда. Вот. Ну, в общем, что еще сказать про эти ранетки? Вот. Надо возрождать, они должны быть в каждом саду. Это страховой фонд. Ну, давайте смотреть дальше, что у нас еще есть. Да. Ну-ка, что же получается? Так, если... В общем, в прошлый раз на 11 минуте прекратилась запись. Но тогда я буду 10-минутками записывать, потому что у меня пока на это денег нет. Их еще надо собрать. Вот. И я на всякий случай заранее скажу. У меня есть телефон, мой любимый, мобильный. 8 960 776 86 72. Вот. Я надеюсь с вашей помощью собрать сумму хотя бы несколько тысяч, но я предлагаю высылать мне не по 1000 рублей, а по 100. Это совершенно безобидно, это бутылка пива. Вот. Сейчас я еще так напишу. Вот. Потом кто-то может с экрана вот эту цифру увидеть. Видите? Остановить запись. И вот она. Вот. 960 776 8672. Она привязана к карте. Этот телефон привязан к карте. Вот. Поможете, поможете. Вот. Когда я создал первые 250 фильмов, я своему помощнику, другу, за них заплатил 250 тысяч, четверть миллиона. Там было много, я вставлял. Там другой принцип был. Я снимал в саду, везде. А потом, когда я упоминал что-то, тут же фотография, много фотографий были, вставлялись в живой фильм. И приходилось, это было довольно для помощника солидная работа, и приходилось тогда ему заниматься этим самым монтажом, да плюс красивая музыка, да плюс мои данные. И я ему за каждый фильм по 1000 платил. Четверть миллиона я заплатил за 250 фильмов. Потом пошли другие принципы. Вот сейчас девочка занимается, студентка Абаканского колледжа, занимается по помощи. Как она мне помогает? Она берет также музыка, реклама. Вот. То есть это еще то, что вы сейчас видите, если запись состоится, вот прошла 10-я минута, я волнуюсь, сейчас должно быть остановиться. Но я успел главное сказать. Пусть эта 6-я серия не очень полезная оказалась. То есть мало это, много слов, мало дела. Но мы сейчас будем переключаться и говорить, говорить, говорить. Вот. Видите, что такое маточный сад по железу. Вот. И сейчас я уже настроился, что должно отключиться. Я даже не знаю, стоит ли начинать. Ну да, а вдруг не остановится, а вдруг не остановится. Ну давайте подождем 20 секунд. Не прощаюсь еще на всякий случай с вами. Но если вот так, хотя бы такими сериями, вот этот вот, знаете, что он пишет? Ой, показать бы вам успеть. Ожидание, нажимаю кнопку, и вдруг карта памяти заблокирована. Не удается обновить файл базы данных. Может кто-нибудь из вас...